Я училась у Дмитрия Фокина, а потом много экспедиций у меня было. В Смоленской области, в Путивле, в Башкирии и в Ростове. А сбору фольклорных песен, что? Ну да, я собираю по деревням песни сама. Не знаю, у меня прям мурашки по коже идут. Вам что, мне так нравится. Я прям не знаю. Ну давайте, сейчас, что-нибудь. Сейчас. Ну, давайте. Ой, шли казаки с теха до ноги, да не слева, а не рожья заряжены. Несли они рожья заряжены, да и постели пожар по Дубровы. Пожар по Дубровы, да все елки, сосенки привгорели. Все елки, сосенки привгорели, соловьиное гнездечко сотлело. Соловьиное гнездечко сотлело, да и сам соловей я смолился, да и сам соловей я смолился, полетел соловей в Чистополе. Полетел соловей в Чистополе, ко сестрице своей Перопелке. Сестрица моя ж Перопелке, а чего ж ко мне в гостишке не едешь? Чего ж ко мне в гостяшке не едешь, а чего молодого не ой, да любить Бога.